Всех рада приветствовать на своем канале. Первый заход. Мы ходили за цветами, купили вот сдоба. Я пробовала с вишней, нам понравилось. Он 143 рубля. Так, чебуреки по 39, 3 штуки. Краску маме взяли по 145, цвет песчаный берег. Орешки 50 рублей, миндаль. В подарок взяла вот такую шоколадку. Она стоит, ну, 90 рублей, темный шоколад. Бабушке взяла смесь компота от Везуи. Ну, пусть попробует, потому что нам очень нравится вот эта смесь. Бургур не был рассыпной, взяла ихний, стоит 59 рублей, не так дорого. Взяла вот такой пакетик, он стоит где-то, ну, до 5 рублей. Отхватили тюльпаны, 5 тюльпанов, были желтые, красные, вот прям свежие из коробки. Стоят они 129 рублей, это очень выгодно. Орхидеи и другие цветы все уже плохие. А, что я взяла? Как я скажу? Сейчас скажу, как это называется. Мы 3 штуки их взяли. Сейчас скажу, как называется. Каланхоя. Одну тете вот такую красную подарим. Вот такую большую, пушистую мы подарим маме моего мужа. Посмотрите, как она здоровая. Так, еще... 2 гиацина по 59, вот они, тоже подарим. Один, я так поняла, розовый будет, другой фиолетовый, вот, по 59. И еще нам себе взяли. Смотрите, какая красота. Вот, красотушки. Вот они более-менее, а другие вообще выбирать нечего. Просто орхидеи или вот эти вот все. И если свежие вывозят тюльпаны. Тюльпаны были желтые, и вот... Ну, были еще 35 рублей один тюльпан, но они подороже выйдут. И давайте пробежимся по чеку. Сумма покупки 1882 рубля. Так что, девчонки, с праздником вас. Хоть это видео выйдет попозже. Сегодня 10 марта, второй заход в Ашан. Так, 1000 секретов 18 рублей, счастливая до 30 рублей, домашние 25-28, телепрограмма 30 рублей, салфетки 30 рублей, ну мы много не набирали. Так, из носков вообще женских выбора нет, только вот красная ветка 49 рублей, 39 рублей вот московский картофель. Поставили растения, цветы. Ну, маленькие кустовые, там, роза, гортензия, лилии, яблони были, вишня. Вот, я взяла вот такой огородник, удобрение плодово-ягодное. Стоил он, ну, где-то до 60 рублей. Пока есть, взяла, потому что не везде найдешь эти удобрения. Решила взять. Далее взяла вот такую маску, она 47, гиалуроновая кислота корейская. Решила вот такую попробовать, она по 105 рублей стоит. Мне кажется, в других магазинах она дороже. Взяла 4 косточки, 139 рублей. Зубную щетку 65, она подорожала, стоила вроде 55. Вот именно эта модель мне нравится. И они стали писать на щетках в Ашане средняя. Почему-то средняя начали писать. Взяла вот попробовать, недешево, стоит 250 рублей, Colgate Total, межзубные ёршики для чистки. Есть еще подешевле, только вот такие ёршики отдельно, 147. Вот, это между зубов, чтобы чистить. Так, тип-тип 21, слойка с вишней 39. Увидела вот такой. Ополаскиватель я такой не видела. Взяла попробовать. 85 рублей 400 миллилитров. Так, активированный уголь. Просто в аптеку неохота тащиться. Взяла по 11,90. Ну, может быть, в аптеке он по 5 рублей или по 2, я не знаю. Так, пропеллер свой сос взяла. Серебро от прыщей. Снимает жирный блеск. 109 рублей. Дримс 60. Вискас сейчас по акции, ну, до 15 рублей. Феликс где-то 20 рублей, где-то 22. Вот, Ролтон 41. Так, из овощей много не набирали. Взяли на развес вот эти томаты мини на 72 рубля. Тут 226 рублей килограмм на 318 грамм.
огурцы где-то 140 рублей, вот такие. Бананы вышли у нас на 102 рубля, килограмм 62 рубля. Видите, уже подорожал. Так, лук у нас по 44, ух ты, репчатый лук уже 238 грамм на 10 рублей 65 копеек. Перец болгарский тоже дорогой, мы взяли желтый, он по 250, 288 грамм на 72 рубля. Так, наш любимый чай Ричард по 179 в пакетиках. Вот, мы взяли его. Бывает еще зеленый. Так, колбаса Дымов праздничная, где-то 250 рублей батончик вышел. Так, взяла манго, 221 рубль, так, 598 грамм на 132 рубля. Три чебурека, но они по 30 с чем-то рублей мы уже брали. Так, муж взял вот эту рульку деликатесную маринаде на 304 рубля килограмм, тут на 379, вот. Так, брюссельская капуста 169 килограмм, 392 грамма на 66 рублей. По акции сейчас активнее, я взяла тоже манго, где-то 35 рублей. Молоко мы не брали, нам дали знакомое молоко. Так, ряженка по 61 рублю. Котлеты свежесть, не знаю почем. Так, ярославский бройлер, желудки. И индейка, вот эти вот колбаски любительские. Так, 22 рубля. 18. Даниссимо по 20, 32 рубля, да. А Валё вроде 40 с чем-то рублей. Тоже муж взял манго. И я захотела опять икру вот этой. Палтуса так много стояло. Она по 234 рубля. Очень вкусная. И сейчас по акции по 13 рублей. Сырок Александров. Но срок годности до 15 числа. Если вы следите, можете пойти взять. Вот. И рыба карбуша. Вот она замороженная лежит. Все. Там стенд все для рассады, семена, удобрения, всякие ростки. Кому надо, бегите. Так, ну давайте пробежимся по чеку. Сейчас он сфокусируется. Ну, желудки, видите, на 129, котлеты. Ой, 88 рублей, что-то дешево. Горбуша на 218 вышла. Вот, сумма покупки 4202 рубля. Вот такие покупочки были с Ашана. Будут с Евроспара. Ну, еще вы увидите. Приятного вам просмотра. Смотрите, какие красивые с Ашана цветы. Видите, они крупные и бархатистые. А вот с Пятерки тетя подарила, они маленькие. Видите, как вот, ну, с газона такие. Вот, когда 9 мая сажают такие. А эти, видите, какие прям породистые. В Ашане всегда хорошие тюльпаны. Ну, надо их ловить, когда дают. Покупки в Дикси. Так, батон нарезной 23. Чай Ристон 59. Вот, а так он 99 стоит. И есть еще с апельсиновой. Так, Даниссимо 29. Активи 24. Слобода 32. И вот эти по 49. В Ашане вроде такие по 69. 4 штучки. Вот, подарю племяннице на 8 марта. Так, картошка 2,5 килограмма, вот чек. Вот, картошка, да, вышла на 100 рублей ровно. Смотрите, какие красивые цветочки подарили. Да. Горшочки. Белая, хризантемка. И это у нас тоже стоит. Красота. Покупки Евроспаре были проездом. Так, ватрушка 32. Вот такие решили попробовать их не чипсы с икрой 30 рублей. Два пирожка с яблоком по 27. Рыбка янтарная 50 рублей. И вот такие люля-кебаб. Вот они у нас получаются на 122 рубля. Три штуки. 299 рублей килограмм. И такая вот короче, три колбаски и на где-то это муж себе готовый брал, потому что мы сейчас. Ну, в
вот такое вышло на 160 рублей. Развесное. Вот. Вот такие покупки из Евроспара. Покупки Перекрёстка. Смотрите, какие красивые букетики завезли в Пятерку. Были красные, оранжевые, желтые и вот розовая одна была. Стояли на кассе внизу. Вот, 300 рублей стоят. Мне подружка сказала, она желтые себе такие взяла. Ну, выбирайте, потому что бывают перемороженные, не распустив. Смотрите, сколько бутонов распустившихся. Вот, видите, немножко, вот, видите, лепесток немножко подморожен. Но это можно убрать. Вот. И всего 300 рублей. И взяла бананы на 83 рубля в Пятерке. Да, там гиацины есть, тюльпаны 200 рублей, орхидеи 650. Ну, орхидеи мне что-то не понравились, они очень красивые. Они белые, большинство с фиолетовыми пятнами. Вот. Покупки Перекресток. Так, Филе Бекер, эклеры по 109, а так они по 167. Президент по 169, а так он 200 с чем-то стоит, большая упаковка. Кальмары 92 рубля. Фарш свиной премиум, килограмм 229, тут 148, 650 грамм. И чипсы.